я не вижу повода на сегодняшний день возмущения активного в прессе, которая постоянно получает деньги за критику за нашу, и деньги не очень маленькие. Дорожного участка собственного нет на территории Московской области точно, но я думаю, что в России, может быть, в городах миллионников есть государственные, но не муниципальные предприятия, то есть государственные, где есть большой бюджет, где огромные деньги, там, конечно, эти есть. Но на уровне муниципалитетов мы в этом плане пионеры. Мы не просто хотим залатать ямы, мы хотим убирать город с шампунем и пылесосить автомобильными пылесосами, которые обязательно придут в город уже в самое ближайшее время. Поэтому, дорогие мои, потерпите немножко, не верьте всем нападкам, ситуация полностью под контролем, и обязательно мы все сделаем.